Уже с 5 марта в областной столице откроется весенне-летняя навигация. Начнет работу речное направление «Волгоград-Культбаза». До 24 марта теплоходы будут совершать по 4 рейса 4 раза в неделю. Также на остров Сарпинский теплоходы будут курсировать ежедневно в 8.15 и 15.30, возвращаться обратно в 9.30 и 16.40. Бесперебойно продолжают работать направления Руднево-остров Сарпинский. Теплоходы каждый день совершают по 10 рейсов. Стабильная работа этого маршрута обеспечила бесперерывное сообщение с островной частью Кировского района Волгограда. Причем с приближением дачного сезона число рейсов будет постепенно увеличиваться. Транспортное сообщение между материком и островом Сарпинским улучшилось после того, как в 2017 году речные перевозки взял под контроль муниципалитет. Каждый год количество пассажиров, перевезенных судами Волгоградского пассажирского порта, растет. Так, в конце 2021 года это число достигло почти 465 тысяч человек.